Александр Овечкин обрел вдохновение. Это я не о состоянии души, а почетной награде от Американской ассоциации специального хоккея. Заслужил ее нападающий клуба НХЛ Washington Capitals за работу с молодежью. Накануне Александр устроил очередную, уже третью ежегодную встречу с детьми с особенностями развития. Хоккеист провел с ними тренировку на льду. Президент ассоциации заявил, что мероприятие с Овечкиным – это бесценный подарок для организации. Для многих игроков НХЛ подобные встречи – обязательство, а вот россиянин делает это по собственной инициативе. Thank you.